Мобильные приложения для дистанционного взаимодействия с автомобилем в зимний сезон как никогда востребованы среди российских водителей. Как правило, зарубежные производители предоставляют доступ к нему при покупке авто. Некоторые бренды включают дистанционный доступ в список платных услуг. Есть управление напрямую со смартфона на автомобиль, когда смартфон подключается по Bluetooth к автомобилю. В основном идет управление медиасистемами автомобиля и контроль за показателями автомобиля без какого-то прямого управления, без какого-то прямого воздействия. А второе, как раз-таки то, о чем вы говорите, в мобилях сейчас тоже есть модули соединения с интернетом во многих современных, и управление идет по закрытым протоколам конкретных производителей. Стандартный набор функций приложения входит контроль технического состояния авто, дистанционный запуск двигателя и блокировка дверей. Если брелок работает напрямую по каналам радиосвязи, то здесь все, соответственно, через сеть интернет идет. Накануне обладатели автомобилей Skoda, Nissan, Infiniti, Porsche, Land Rover и Jaguar столкнулись со сбоями в работе сервисов. Зарубежные производители заблокировали доступ для российских пользователей. При этом каких-либо проблем у водителей тех же китайских иномарок не наблюдается. Автомобилисты довольны не только функционалом, но и наполнением приложения. Нет времени, допустим, посмотреть какие-то там моменты в книжке, то в этом приложении они все описаны, все есть. То есть можно зайти и посмотреть, в принципе, все, что, всю необходимую информацию, грубо говоря, можно взять непосредственно там. Но как бы автомобилисты не расстраивались, альтернатива все же есть. В настоящее время активно развиваются компании, занимающиеся разработкой сигнализации для авто. Бонусом клиенты компании могут через приложение настраивать автозапуск двигателя. Похоже, что автолюбителям придется решать, прибегать ли к дополнительным тратам или по старинке прогревать автомобиль самостоятельно. Маргарита Михайлова, Универньюз.